Всем привет! И я хочу сегодня попробовать сыграть еще в одну игру из Play Market на Android, которая называется Color Switch. Мне нравятся ее показатели. 50 миллионов скачиваний, прям как у Clash Royale, 4,5 рейтинг и еще то, что это выбор редакции, тоже, я думаю, хорошо. Обычно выбор редакции этим значком отмечаются самые лучшие игры. Вот. Игра бесплатная, но, как написано, есть реклама и платный контент. Ну, как же без этого? Вот. Я еще никогда не играл в эту игру. Вообще впервые вижу. Но решил попробовать так пройтись по всем или почти всем играм редакции. Вернее, по всем выборам редакции. Начнем. Судя по всему, это головоломка. Ух ты. Значит, тут... Ух ты. Музыка интересная. Уже есть в самом начале такое. Внизу реклама. Не очень приятно, но придется потерпеть. Интересно, сколько стоит купить, чтобы ее не было? $3. А открыть все уровни за 5. А если все хотим сразу... А если все хотим сразу и удалить рекламу, и открыть все уровни, и удвоить звезды, то целых $8. Ну ладно. Мое дело только попробовать. А уж покупать или не покупать, это я уж потом буду думать. Вперед. Как играть? Прикасайся, чтобы прыгать. Ага. Можно проходить через те линии, которые такого же цвета. Вот как. Это интересная интересная механика игры. Так. Вот розовенький. Я прошел через розовенький. Опа! И взял не другой цвет и неправильно, столкнулся с другим цветом. Всего один круг. Это лучше, чем ноль. Это лучше, чем ни одного, я думаю. Давайте попробуем раз. В принципе, интересно. Хотя бы тем, что необычно. Оба. Опять я попался. Раз уже дальше прошел. Ой. Думаю, я понимаю, почему эта игра такая популярная, 50 миллионов скачиваний, почему у нее такой высокий рейтинг, и она выбор редакции. В первую очередь, она довольно стильная и оригинальная, не похожая на другие. Я в такие еще не играл. Ну, по крайней мере, все мы знаем, например, игры 3 в ряд, там, Башенная оборона. А вот это не вписывается вроде в схему. Аналогов я пока не видел. Прикольненько так. Я заметил, уровни не повторяются. Ух ты, уже два круга. Ох, аж до 7-го дошел. Ну, вот вам реклама. Хорошо. Еще раз попробуем.
Ой, ладно. Последняя, наверное, попытка. Думаю, не ошибусь, если скажу, что наверняка эта игра развивает реакцию. Так, я прошел дальше. Ух ты, они теперь сообщающиеся. Ух, чего только не творится. Ух, а тут было сложно пройти. Ладно, ну, в принципе, понятно. Интересно, что они имели в виду под открыть все уровни? Это я что, только в одном уровне играл? Интересно, что тут есть разные режимы. Я просто на плей нажал, особо не разбирался. Давайте попробуем, какие бывают режимы. Challenges 0. Dodge, Slide, Climb. Jump, Zigzag, Control. Ух, сколько их всяких. Ну давайте попробуем первое, Challenges. О, как. Easy, Medium, Hard — это сложности, да? Давайте первую попробуем. Челлендж 01. Ой. Это как раз то, что мы играли, да? Есть. Ну... сейчас мы хотя бы до конца уровня прошли. Пусть он был довольно небольшой. Челлендж 02. Это похоже на то, что мы перед этим играли. Ну, то есть... ну, как бы разбитое на маленькие кусочки. Угу, реклама. Идем дальше. Нет, не получилось идти дальше. Я, видимо, случайно нажал на рекламу. Ну, они специально подгадывают такой момент, чтобы я думал, что я жму в игре дальше. На самом деле, жму на рекламу. Это такая хитрость, чтобы заставить нас нажимать все-таки на эти рекламные баннеры, даже если они нам не интересны. Хитрюги. Челлендж 02 готов. Идем дальше. Нужно все время жать, ну, чтобы наша точка не падала. Третий готов. Теперь четвертый. Смотрите-ка, какую необычную фигуру мы будем проходить. Наверное, в эту игру хорошо играть с друзьями. Ну, там, соревноваться. Кто дальше пройдет? Мне сейчас не с кем играть. Только с самим собой. Но если было с кем, я бы поиграл с кем-то. Есть, и четвертый готов. Пробуем пятый. Оп, реклама. Битва мото фристайлеров. Да, спасибо. Не интересуюсь. Ух, чего только нет. Ох. Ладно, попробуем другой режим. Ну, как я уже 4 уровня прошел в челленджес. Смотрим, что за додж такой. Додж 01. Ух, теперь по прямой
А прыгаем туда-сюда, влево-вправо. Это интересно. Ух, тут еще сложнее, кажется. Ага, если вовремя не нажать, он просто упадет. Тык, реклама. Скип видео. Ага, пропускаем. Идем дальше. Ну, это как бы для хардкорных игроков игра, я понимаю. Смотрите-ка, у меня получается. Ух. Еще разок. Да. Ладно, пробуем еще один режим. Слайд. Ух, слайд, ну. Ух, интересно. Ну, вроде это самое простое. Рукой по экрану. И мячик следует за моей рукой, за моим пальцем. Кажется, что может быть легче. Это если предыдущие были нам сложные, можем включить этот. Классная музыка здесь. Стильная такая. Ладно, такой режим, мне кажется, уж слишком простым. Может быть, по контрасту с предыдущими. Так, мы пробовали. Почему-то Додж пишет, что он new. Какой он new, если я его только что играл? А, ну я даже дальше первого уровня не смог пройти, поэтому он так и пишет. Давайте попробуем climb. Что значит карабкаться? О, как. Он прилипает то к левой, то к правой стене. Интересно. Классное, в общем, развлечение, на мой взгляд. Ух, я этого не ожидал. Значит, от них надо уворачиваться. Знать, что они будут нападать. Идем дальше. Надо попробовать еще есть режимы. Слайд клам мы пробовали, давайте попробуем джамп. Что значит прыжок, кстати. О, интересно. Тут мячик прыгает и останавливается. То есть тут есть перекладины, на которых он может отдохнуть, как бы. Этот уровень, этот режим тоже не такой сложный. Идем дальше. Мне кажется, или цвет шарика в данный момент не особо роль играет. Он может его менять, но с тем же успехом он мог его и не менять. Я имею в виду цвет. Прыгаем. Вот сейчас он имеет значение, конечно.
Пробуем следующий режим. Jump мы пробовали. Давайте зигзаг. Зигзаг. Опа. А, здесь надо, чтобы он не касался стен. Прикольная такая задумка. Да вообще игра такая оригинальная авторов. Приятно играть. Ай! Еще раз. Интересно, зачем мы эти звездочки собираем? Их потом что-то купить на них можно, что ли? В каком-нибудь магазине внутреннем. Реклама. Пропускаем. Ну, давайте еще один уровень из этого режима. О, как прикольно, да? Такие, как бы, лабиринты проходим. Давайте еще раз. Ладно, пробуем следующий режим. Следующий у нас контрол. На русский то же самое, контроль. Что такое, что? А, мы теперь своими прикосновениями к экрану не этим самым, не точкой, не шариком управляем, а наоборот, вещами вокруг. Просто открываем проход. Это занятно. Хотя кажется слишком легким. Может, потому что первый уровень, конечно. Ой! Я забыл. Так, я вроде на крестик жал, вместо этого открылся сайт. Ну, тоже по-любому специально так. Ну, с другой стороны, хоть реклама и неприятная, может быть, штука, но благодаря ей я могу играть в эту игру бесплатно. Если бы у разработчиков не было источника финансирования, такого как вот эти рекламодатели, у них бы гораздо меньше мотивации было делать эту игру. А если и было, то они бы попробовали сделать ее, наверное, платной. Ладненько. Думаю, я понял, что за режим контроль. Давайте попробуем еще один. Контрол, вот он. Turn. Ух, сколько их вообще. Tap left, tap right, чтобы поворачивать. Хорошо. Ой. Не получилось? А что у меня не получилось? У меня несколько попыток, оказывается, в этом режиме. Можно несколько ошибок сделать. Hundreds of song. Mm-hmm. Может быть, потом как-нибудь. Но, скорее всего, нет. Давайте, я понял. Влево, вправо. На самом деле... Можно только в одну сторону крутиться все время.
Нет смысла нажимать слева или справа. Можно только по одному месту долбить и все. Так. Ну да, это дело на реакцию. Что тут еще у нас есть? Shoot, line, spin, break, war. Ой, мне все даже как-то тяжело обозревать. Думаю, мы уже увидели достаточно. Я просто поверю на слово, что все остальные режимы тоже классные. Вот. Могу сказать, что игра, видно, что качественная, мне интересная графика, интересная задумка, механика, звук вполне себе на уровне. Рекламы, конечно, много, но что поделать. Я понимаю, что разработчикам нужно кушать. Так что будем терпеть. Могу порекомендовать ее всем любителям казуальных игр, игр на реакцию. На этом пока все. Спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока-пока.